укрепляя общественный порядок. Каждый год 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые и уполномоченные полиции. Они первыми приходят на помощь и оказываются на месте преступления. Ежедневно занимаются профилактической работой, ежечасно решают проблемы населения. Кто-то их ругает, кто-то слагает стихи и песни, а стражи порядка каждый день охраняют наш покой. Не станет исключением и профессиональный праздник. Как к нему готовятся участковые нашего города, узнала Елена Золотилина. Каждый день участкового начинается с бумажной работы. Отчеты, рапорты и личные дела каждый день оказываются в стопке документов. Когда все журналы заполнены, впору обсудить с коллегами по опорному пункту ситуацию и составить список граждан, которым нужно заглянуть сегодня. В поле зрения попадают проблемные подростки, условно осужденные и другие люди, вызывающие беспокойство. Этот распорядок сложился давно и порой утомляет, но каждый находится здесь по зову сердца. Александр Гусев работает участковым уже 6 лет и о своем выборе не жалеет. Мне нравится моя работа. А почему? Ну, во-первых, общение с людьми, оказываешь в рамках своей компетенции помощь людям, потом как бы за свою работу слова благодарности кто-то высказывает. Даже при встрече люди вот здороваются, вот это участковый наш, вот он там у нас был, нам помог, там оказал помощь нам. Чтобы прийти на выручку вовремя, нужно всегда быть в курсе дел, происходящих на участке. Без ежедневных встреч с жильцами веренных домов не обойтись. Чтобы наверняка застать нужного человека дома, работать приходится по вечерам. Иногда требуется помощь коллег, но только в тех случаях, если предстоит поход в неспокойные районы. В основном все проходит хорошо. Большая часть горожан к визитам стражи порядка относится с пониманием. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам в гости? Можно. Как дела? С проверочкой пришли? Нормально, живы, здоровы. Нормально, спасибо. Живы, здоровы. Работаете? С происшествий, да, работаю. На отметке сходим, все как положено, да? Да, все отмечаем. Цель таких визитов проста – предотвратить преступления, а не разбираться с последствиями. Даже в предпраздничные дни работа участковых не останавливается. В любом случае мы на службе находимся, так что в случае чего-то все равно будем работать. То есть вы когда-нибудь расслабляетесь? Что значит расслабляемся? Нет, мы никогда не расслабляемся. Всегда напряжены. Это нервное напряжение – залог того, что в случае опасности горожанам вовремя придут на помощь. От нас требуется лишь вежливость и понимание. Елена Золотилина, Антон Берестянский, Феликс Расихин, служба новостей «Импульс».